можете нам рассказать, когда вы поверили в Бога? Это очень, очень интимный вопрос. Вы знаете, очень трудно говорить об этом на публику. Но, на мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога, в душе. Уже рождается с этим. Только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать. Во всяком случае, скажем, во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о Боге. Поэтому вот есть люди, которые понимают это без всяких экстремальных ситуаций. Но уж точно, когда человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию, почти каждый думает об этом. Еще один. Владимир Ильич, чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом? Чем пожертвовать? Да. Ну, личной сферой жизни человека. Ну, это неизбежно. Но есть и мощный очень компенсатор. Это все это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и на укрепление самого главного, что есть в жизни у каждого человека – Родины.